Олег Газманов и «Градусы» споют на площади Революции. «Фабрика» и «Корни» выйдут на сцену на Театральной площади, а «Салют» сделают музыкальным, и длится он будет 12 минут. В администрации Челябинска сегодня озвучили подробности праздничной программы ко дню города. Областному центру исполняется 281 год. Отмечать день рождения Челябинск начнет уже в выходные. В городе пройдет фестиваль кузнечного искусства и общественно-политический вернисаж. Всего в программе более сотни событий, и основные гуляния запланированы на 9 сентября. В полдень на Кировке пройдет финал конкурса «Песня города». В час в парке Гагарина откроется аллея первоклассников. Пройдет праздник профессии и парад ростовых кукол. Во всех парках в этот день будут идти выступления лучших артистов. По большому счету сделаны все площадки на различный вкус и цвет. Любители классической музыки в парке Пушкина будут встречать оркестр «Малахит», биг-бенд Станислава Васильевича Бережного, ну и, конечно же, духовой оркестр Челябинской филармонии. Ну а хедлайнерами праздника будут звезды российской эстрады. Выступление выпускников «Фабрики звезд» групп «Фабрика» и «Корни» начнется в 15 часов на Театральной площади. В это же время на площади Революции будет идти концерт подопечных фонда «Андрюша». А в 18 часов выступят группа «Градусы» и Олег Газманов. Ждут также горожан выступления известных бардов, фестиваль «Челябинск читающий», военно-спортивная игра «Уральский рубеж». Самые яркие события дня города в прямом эфире покажет медиахолдинг ОТВ. 9 сентября мы планируем на телеканале ОТВ День города отметить масштабно. Во-первых, в течение всего дня будут работать открытые студии, где будут разыгрываться призы, и каждый желающий может принять в нем участие в этом розыгрыше. Ну и, конечно, получить море позитива, адреналина, ну и, конечно, эмоций и приятных ощущений от подарков. Открытая студия будет работать на Кировке. В гости к нашим ведущим придут известные люди города. А каждый час мы будем разыгрывать среди зрителей УТВ сотни подарков. Электронику компании Apple, аксессуары для телефонов, садовые наборы, предметы мебели, декоративные подушки и многое-многое другое. Работать будет и информационная служба. Вас ждут прямые включения и интересные репортажи. А в завершении Дня города в 22.00 УТВ в прямом эфире покажет вам музыкальный фейерверк. Добавлю, что подробную программу празднования можно уже сейчас найти на нашем сайте 1obl.ru.